나눠놓은 팬 모임. 와 정말. 아니 그리고 경기가 Так, ребят, я у вас должен буду скоро появиться. Вот. Захожу на канал GoFSK2. В лайв-игре Strange у нас. Кажется, Strange проиграл. Вижу из сети выходит Strange. Блай против Жулианга бьется. Хотя пока насчет проигрыша Стрэнджа нет инфы никакой, да? Вот. Ну, вот, наверное, сейчас обновится. Все, Стрэндж вышел. Я попытаюсь у Стрэнджа репу попросить, конечно, с этого. Надеюсь, что он... Завтра Лайфенга, кстати, отборочный начинается, если что. Так, Твич надо поднять. Сейчас Твич поднимем. Так, то, что GoFSK будет, сейчас напишу. Стрэндж у нас. Все, ребят, все установил куда надо. Сейчас, короче, будет у нас смотреть. Проиграл Стрэнджик. Так, короче, ребят. Так, Блай, кстати, если победить, то он и нерча получает. Кас с Рейнером, кстати, бьется. Мишаня 21 минуту уже бьется с Рейнером, это итальянский игрок. Я буду следить, сейчас я вам сетку покажу, ребят, для тех, кто не видел еще ее. Покажу все. Вот Блай у нас по сеточке идет. Килла Самана убил, Жулиангом бьет сейчас. Стрэндж убил Кванчи, Блючи за Намшара, кстати, который тащит с Нерчом. Проиграл Нерчу, к сожалению. Здесь Гуру у нас идет по сетке. Аверсел на Элейзере слился. Хаст такой тиран здесь идет, польский тоже.
Касс Рейнером бьется. Соки побил Гейт Прайм. Не знаю, кто такой. Соул дальше. А, о, Ревчик был тут. Ревчик. Ревчик убил кого? Свил и Невердай каких-то мертвых. Вот этого тоже на Соуле слился. Вот. Вот такие вот дела. Такой турнир мы будем сейчас смотреть. Ну, наши еще пока живые некоторые. Вот. Так, жду Касса. Я не знаю, как он с Рейнером сыграл. Я надеюсь, что не проиграл. Хотя пока никакой инфы нету. Касса я бы тоже глянул, на самом деле. Он в форме сейчас очень-очень неплохой находится. Так, судя по тому, что Касс Ладдер начал искать и ничего не говорит, походу он проиграл. Ну ладно, ждем то продолжения. Я не знаю, стримит ли кто-нибудь Блая, надо посмотреть. Я посмотрел бы Блая, но Блая тоже в игре. То значит... Так, там Хаст Гура, Нарут, не знаю, что стримит. А, Наруто Рейнера Касса стримил, кстати, сейчас. Можно даже глянуть конец игры. Да, тут Касса растоптал просто Рейнер. Нахрен среднее качество здесь стоит, только я не понял, ГГ, Касс пишет. Все, мы только конец успели, и то в среднем убогом качестве посмотреть. Вот. Ведмин, я что тебе? Эксперт по уличным боям? Короче, ну вообще, как поговаривают джойстики, видел там вот всякие мастер-классы, видео военные, надо бить в пах просто. Стараться, но помогает со всеми, но можно убить его человека просто. Вот, вот в чем минус. Так что нужно аккуратнее всегда быть. Свендак, привет. Так, а, это не GoFSK, судя по всему. Это какая-то хрень там. Да, Рейнера Касс проиграл. Все, уже в сетке обновилось. Ну, ждем Блая результатов, либо будем в другие игры врываться. Там Soul Рейнер будет. Сколько поляков просто в четвертьфинале, это жесть. Так, мерч 4. 4 из 8. Ну, и уже один из 4 точно. Точнее, 2 уже из 4 точно будут дальше там в полуфиналах. Так, хватит флудить, короче. Так. Сейчас узнаем счет. Вот.
Блай 1-0 ведет против Жулианга. Сейчас, короче говоря, если Блай выиграет, будет Блай нервничать, то будет ЗВЗ. Ну какая разница? Это наш игрок Блай, и он будет разваливать. И между прочим, Блай, за что ему респект, даже по-русски у нас в чатике уже пишет, чтоб люди не агрились лишний раз. Вот. Но Нерч, конечно, оппонент не из легких будет для Блая, но он не раз обыгрывал, на самом деле, Нерча в ЗВЗ, поэтому будем смотреть, будем болеть, ребят. С вас, конечно же, как обычно, ваше внимание только, ну и поддержка, естественно, необходима. Отключены от блоки, подписки на премиум, по реквизитам писания через плеер. И надо же электронные госуслуги рекламируются, ребят. Я извиняюсь, сюда выскочила тут реклама С. Короче, не надо тут всяких вопросов задавать. Таких адовых. Ребят, Блай против Жулианга, 1-0 ведет. Посмотрите секундочку Блая. Так, Либертин, спасибо за премиум. Озвучки пока нет, но скоро будет. Я сам озвучу все. В общем, сейчас я на секунду блин, забыл, сижу в штанах уличных. Надо переодеть, домашние спортивочки одеть, а то неудобно. Так, главное, что весь стрим было удобно. А сейчас что-то стало резко неудобно. Покажи пару приемов. Был такой интересный персонаж. Dirty Monk. Не так давно, но куда-то пропал, наверное, на вершину рэпа. Уже там выехал вместе с нашими говнорэперами всякими. И... которые там мамок друг друга вспоминают, там, когда на ютубе-то есть еще там эти, они друг с другом что-то. Так вот, он знал вертушку, загугли, посмотри. Вот. Я же показываю StarCraft вам, ребят, смотрим, короче, StarCraftик мы сегодня. Так, ну что, Жулианг пытается Блая улынить с одной базы. У Жулианга беллинги пошли, у Блая плетка линги. Ну, плетка на ХГ, между прочим. А нужно ли Блая туда вниз-то на лоу-граунд лезть? Одного Бэйна отменяет, второго тоже отменит, но остальных-то... Так, ну вот одного Блая отменяет линга, просто убив. Эй, иди, куда ты, Блая, лёмишься? 30-22, что-то Блая вообще лимита боевого не осталось. Ну зато муф лингом доделся, плетка копается, сверху королева, но она одна всего. Плеточка под ударом, ребят, плеточку была, не прикрылась, катастрофа, сверху еще одна плетка делается. Кого-то там бить-то собрался, Ведьмин. В часики ты точно всех побьешь, я тебе отвечаю просто. Так, ну Блай отбивает, смотрите, третья королева вышла, ё-моё, сейчас... Как же Блай любит вот такой хернёй заниматься, я просто смотрю, и мне аж пригорать может даже. Трансюзить надо, 50 энергии есть, успевает Блай затрансюзить, и королеву спас, на ХГ увел. Кажется, Блай отбился, Жулианга провал просто всего его плана произошел. Он копит лингов дома на мейн, типа хитрый, сейчас никто этого не поймет, что у него нет хата, как бы он что-то тут на мейне копит. Забегает Блай, и что дальше-то, ё-моё?
вторую плетку просто здесь заказать с лоу-граунда, и все, сейчас овера в лайп отрезал, ой, здесь там лайп блок еще, короче, вообще катастрофа полная. Точно, да, я предлагаю себе админ вырубить с вертушки, короче, оппонента. С четкой такой. Вот это прием самый четкий. ГГ пишет Джулиан. Блай 2-0, ребятки, Блай против. Нет, чаще сейчас будет. Ну, вот такие вот дела. Так, ну что, блайнер сейчас будет у нас. Так. Так, Блай говорит, посмотри мой матч хистори, за сколько последние игры были сыграны. Так, Бзик, почему 19:30 там примерно мы забились, короче, вот.
Так, ребят, завтра приходите. Кстати, завтра у нас GSL турнира продолжение будет. Чивоазест и так далее. В 13.00 начало по Москве написано. Эти 13.00 или во сколько? Да, в 13.00 завтра будет начинаться все. До конца там будет все идти, будет жестко. Так, ну что, в игре Блая, Блай против Нерчо, ожидаем, это полуфинал у нас получается, да, Гуф? Да, это полуфинал, верхней части сетки Гуф ВСК, внизу Гуру Газ, Трейнер Соул бьются у нас, ну, может вообще быть польский полуфинал, финал точнее, вот, и может быть вообще ЗВЗ, потому что зергов Блай Нерч это два, то есть один зерг точно в финале будет, Блай или Нерч, а снизу Гуру и рейнеры идут там, то есть два тирана противостоят. Ну, как бы и Соул, и Каста в последнее время плохо отыгрывают. Все, все готовы, поехали. Так, ну а я вам напоминаю про поддержку, как обычно. Спасибо за внимание, но не забывайте про отлуки под премиумы. Кстати, да, надо 5 премиумов разыграть будет сейчас. Все, времени у меня нет. Я не знаю, правда, как разыграть. В чатик заслать. Просто. Так, мы смотрим от Нерча сейчас ФП от Блая. Опа, у Блая 3 хт пул, ни хрена себе он халявит так жестко. Ладно, сейчас не буду я пока отвлекаться, сейчас один премиум куплю, потом в паузе куплю штучек 5. Обещал, потому что Стеновой мне заслал на Киви денег дополнительно, в общем-то на это деньги и купим. Вот.
Все, возвращаюсь к вам. Здесь что-то нечь пока не спешит золотом, насколько я вижу. А у Блая уже вовсю золото добывается, причем я ж не видел. Так, жмирандом, в смысле жмирандом? Вот если ты про премиум, что ли? Я тебе потом ключи, Юр, пришлю. В скайп скину. А ты просто выдашь кому-нибудь, кто быстрее их возьмет. Премиум дает. Нет рекламы, лучше качество. Гораздо. Отдельный сервер, то есть стабильный работает, как бы бывает, что высокое не работает. Ну, смайлики, там, ник зеленый в чатике. Это вот такое все. У Блая нет мува еще, посмотрите. Вот только-только доделался у Блая мув. Три роуча уже делается. На золоте плеточку запиливают, там Блай. 54-51 по лимиту. Ну, кстати, у Блая все нормально. Они еще пытаются проникнуть, конечно, к Блаю. Ну, Беллинга-то надо чем-то уничтожить. Так, хорошо, Блай успел Бэйна уничтожить. Смотрите, Изи нерча принимает, но в это время просто Беллинги взрывают золото. Все, к херам собачьим, ё-моё. Но Блай успевает один с дроном запилить. Так, ты путаешь, название стрима поменено уже давным-давно. Так что будьте внимательны, товарищи. Две плетки там у Нерча, Роуч, Ворон, Блай там контр-врывы какие-то делают, но бесполезны эти контр-врывы. Ну, по рабам вровень сейчас, кстати, идет Блай, и единственное, что на золоте что-то у него перебор, вот сейчас надо золото на вторую привести. Блин, прошу прощения, ребята, а как это получилось-то? Ну, это бывает. Просто клава очень чувствительная, это, я уже говорил, кнопки. Поэтому иногда бывают косяки, блин. Нажимаются кнопки. Короче, смотрите, Блай-то здесь нерча принимает на изичах вообще. 82-64 по лимиту делается лейер. По лимиту его в абсолютном плюсе. Можно прийти с лоу-граунда, даже реводжерами бы запилить сейчас. Так, нужно ли лингов на бейнов сливать, когда реводжеры рядом есть. Так, хорошо, Блай законтраливает здесь. Задержка 2 минуты, помните об этом. Ну, что-то Блай здесь затягивает немножко. Ну и четвертая хата, как у Нерча, почти готова. Вот у него какое интересное здание ставится. У Нерча другое, в общем-то. Все по-другому происходит. Войска Роя атакованы.
войска Роя атакованы. Так, ну на четвертое надо газ Блая раскачивать. Ресурсов у Блая значительно больше, чем у Нерча. Ну здесь три инфестора уже поперли. Блая 8 муталисков пилит. Пятую пока хат не ставит. Газ здесь не раскачан. Вот. Ничего не раскачано. Рой эволюционирует. Войска Роя атакованы. Войска Роя атакованы. Так. Пятьдесят шесть, 123, Бла еще роучи добавляет. Гоняет Нерча муталисками сейчас очень неслабо. Бегает тут оверов, пытается по карте выбивать. Пошел Микос номер один, Микос номер два. Ну, Бла муталисками, кстати, отвлекает Нерча, то есть 5 муталисков улетит здесь, скорее всего. Да, 5 из 8 улетело. У Нерча ультралис кеверн уже пошел. У Нерча там грейды милишные делаются. Нерч делает забегание. Блай прекрасно видит, кстати, это забегание, но никак не реагирует, пока вот сейчас надо роучи сюда перевести. И у Блая что-то роучи реведжерс. Ну, у него 190 лимита на 130 нерчевских просто. Здесь вот роучи реведжеры выдвигаются, надо мутка их просто переагрить сейчас. Здесь лингов есть чем встретить. Короче, все нормально. У Бла линги забегают, Бла везде все принимает в легкую просто. Надо вперед идти, не надо давать Нерчу сейчас просто победить. Раз час так делать, полезно, да, для... Смотрю, людей сразу побольше стало. Типа, ну, кто не ошибается. Задержка просто на стриме, если бы не было задержки, конечно, бы сразу бы все это произошло. Ну, так как задержка, вы увидели это позже, я позже запилил, короче. Вот. И в итоге такая вот тема. Заходит Блай на четвертую, около второй тут Блай отдается. Три ультрала уже впилено, нерч своих лингов пофаерболил просто на изи, что говорит, а чё? Чё б не пофаерболить-то? Пошли микозы, фаерболы по... Инфесторы кида... Точнее, фаерболы реведжи кидают за некожаным инфестором юнитом. Первый ультрал выходит, второй ультрал выходит. Но они мягенькие еще пока ультралы-то. Блай фокусил его. Хорош Блай зафокусил раз. Пытается фокуснуть второго. Второго сфокусил. Фаерболами откидывается по роучам. Хорошо Блай. 160 на 120. Прилетает мутка подразобраться. Что тут как? Но не надо ультрала шатать, надо реведжера шатать. Куда там Блай? Еще и под спорку всеми влез. Ну, ё-моё, Блай, ну что ты творишь? Ну, по лимиту абсолютное преимущество. Пятая хата у Блая здесь как бы есть. У него все замечательно. Ну, вот единственное, роучи реведжерами. Надо ли дожимать именно этими юнитами ультралов? У Блая у самого хайф есть, он сам ультра кеверн делает. Но здесь-то милишных грейдов целая куча, у Блая по нулям. То есть чисто в ультралов в ответку выходить, по-моему, это плохая. Вот что мешает заказать, например, Greater Spire, запилить карафтеров и брудов сейчас. Причем можно маситься по земле и всего 6 карафтеров сделать там на какой, ну, чтобы 6 брудов запилить. То есть, чтобы не давать Нерчу шанс его как-то пробрить по земле, Блаю. Больно ультралы роучи рубят, я вам скажу. Очень даже больно. Блая на фаерболы не заходит. Контрзабегание лингами опять поперло. Блая надо среагировать. Блая реагирует же ты, Блая реагирует. Линги сплитятся. Ну вот на четвертой базе напряг. Линги на 2-1 грейдах. Они просто разваливают с адреналином. Ё-моё, всех рабочих нерч Блая выпиливает. У Блая коготь первый пшу. Какие к черту когти, блин? И здесь линги напрягают, и везде линги напрягают, короче. Давайте нерч такую игру вытащить сейчас просто. Я отказываюсь в это верить, но по ресурсам-то у Блая уже все хуже.
Ё-моё, и даже хату он умудрился слить. Ну как так Блай умудряется делать, блин? Я просто смотрю и поражаюсь. У него одна база вот сейчас осталась здесь. Мейн золото кончается уже практически. Бьется по отдельности всеми. Ну, кстати, роучи реводжерами, фаерболами можно и ультру подконтрить, мне кажется. Мейкос очень жесткий. Блай сейчас просто нет всех этих роучей. Сбреет плам. Блай вообще не контролит. Но это провал, это ГГ, скорее всего. По экономике слабее. Здесь 3-2. Ё-моё, как нерч вообще Блай развел на ровном месте. Здорово, Фрэш. Да что, глухой сказ, мухнем пока. Все нормально. Уже полуфинал идет, как бы, я думаю, уложимся к нужному времени приблизительно. Ну, к 8-то уж точно. Уложимся. Так, здесь Блай пытается роучем уйти, не так-то просто это сделать. Линги накинулись, линги минуснули, ультралы затоптали просто. Блай выдвигается вперед, роучи реводжерами, да, лимита боевого больше, да, третья атака есть. Да, один ультрал у Блая еще заказан, вот он один, кстати, есть здесь. А, нет, два даже в замесе есть. Ну, кстати, под танковочкой-то ультрала, может быть, что-то и получится здесь. Плюс 4 муталиска есть до сих пор у Блая. Заходит Блай вперед, камни пробивает, нерчу. Хорошо бой принимает, Блай, я вам скажу. Ну где ультралы-то? Пусть вперед ломятся. Что за хрень? Есть один инфестор, ультралы ломятся вперед. Нерч пытается камни сбрить, пока он камни сбривает. Блай уже побеждает эту группу 133-114. Неужели Блай в таком прикольном стиле втащит? Так, отходит Блай назад, ультрал падает. Надо катить, ультрал-то вперед выведи. Реводжеров можно запилить из дэмэджных юнитов. Продолжается движуха. Блай ультрал затанковывает. Очень важные секунды против нерчевских ультралов. Ультрально нерча идут вперед, но Блай их зафукусил. Можно реводжеров напилить. Приходит еще один бивень сюда. С одной атакой, кстати говоря. 4-1 у него грейды. Покидает нерч игру. У него бомбит пердак. Чуть не перевернулся сейчас нерч. Вот гад. Я уж думал, что все, Блай плохо станет. Но Блай молодец. Все-таки их тактические очень ходы такие делают. Привет, Убер. Привет всем, ребят. Ну что, ждем вторую игру, пока ничего не начинается, правда. Не знаю, готов ли нерч или нет.
Короче, ждем продолжения, ребята, с вас, ваше внимание, естественно, и поддержка меня и моего канала. Так, короче, ребят, сейчас несколько премиумов разыграем мы с вами. Ну как разыграем, Юра там на его усмотрение все это будет. Сначала надо прикупить премиумов парочку. Так, Outlaw, какой шоу-матч? Так, вторая игра, Нечь Блай, сейчас я завершу оплату тут премиума одного еще. Может, победителю там или победителю и проигравшему как бы напилить через плеер, это уже на твое усмотрение. Вот. Так, опять сраный захват. А, все, понял, ребят, я вонючая киви. Ё-мо, вонючая киви это, блин. Пишу, короче, ребят. Все, я не буду писать-то, я просто хоткеми здесь пользуюсь. Все, ребят, королева главного блая успешно создана. За косяки сейчас будет премиумов несколько роздано. Вот. Юрой. Сейчас вы увидите стрим, все будет нормально. Эволюция завершена.
Так, ребят, все, погнали далее. Угла 1-0 ведет. Ну, сейчас по лимиту Бла немножечко меньше все-таки, чем Нерча. Ну, куда-то Бла еще лингов своих ведет по... Как обычно, по лунтиковски, блин, они сливаются. У Нерча Роуч урон ставится, у Блая уже есть. Но нужно было Блая взять всех лингов отдать, чтобы его напрягали просто линги Нерча вообще. Через 2 минуты все у вас будет нормально. Спасибо тебе, Юр, большое. Надеюсь, тебе не сложно там премиум раздать. Я не знаю, за рандом в чатике просто. Вот, кого-нибудь рандомайзером или так запилили вопрос, короче. Все будет. Да это потому, что я этими намлоковскими кеями набирал код на Киви, как бы на оплату премиума, а у меня там сцены забинжены, поэтому как бы на опсе, поэтому такая хренотень. Ну все будет нормально, ребят. Скоро будет, через 2 минуты нормально, вы практически ничего не пропустите. Восемь дронов у Бла еще. Лейер раньше, чем у Нерча немножко, кстати, даже. Несколько роучей от Нерча вперед идут. Ну и смех просто, какие там роучи. Хотя 18 лингов у Нерча еще запилено, а у Блая что вообще? Блай настолько наглеет, что даже не добавляет лингов сейчас. Вот Блай дает. 53-47, по рабам Блая больше, но отбиться-то как он хочет здесь от лингов, я вот что-то не вкуриваю. Так, Беллингов-то Блай заминусовал, 5-то роучей Блай заказал, а вот эту-то хрень как отбивать, которая уже наломилась, надо дронов брать вперед. Блай роучи выходит, ну с дронами, может быть, Блай здесь и сдержит этот прессинг. Так, роучи что-то у Нерча много еще осталось, я вам скажу. Опять надо дронов вперед Блай брать, Блай 10 роучи берет, по дронам проседает же, все, надо возвращать их назад на добычу, нужно дрончиков сейчас заказывать. С тебя завтра кофе. Он Юра разыграет. Может зарандомить. Будьте быстрыми. Так, а что я там писал кому? Что-то я там кас написал. 100 на 98. У Нерча тоже шпиль доделывается. У Тубла есть шпиль, а он ничего в нем не строит. Вот в чем прикол. А нахрен Блай вообще шпиль-то одел, я не понимаю. Нерча... О, 10 муталисков. У Нерча это минус Блай, скорее всего, будет. Я не думаю, что он сможет продавить это роущими. А, нет рандомайзера. Восемь муталисков у Блая, потом закат. Так, Нерч делает забегание, Блай успевает хату отменить. Хорошо бы, чтоб мутка полетела бы мимо сейчас нерчевская блаевских роучей. Она мимо и летит. Нерч там на третью Блая забегает, а сам роучами к Нерчу на третью залетает. Ну там и у Блая третья погибнет, и у Нерча, судя по всему, третья погибнет. Ну Блай успеет хоть мутку отстроить какое-то количество за это время, и это хорошо на самом деле. Блай врывается в вторую базу, Блай роучи, кстати, больше, чем Нерча, что самое интересное. Может шпиль можно отменить здесь. Так, чем там часть рабочих Блай шатает на 9 часах, часть роучи пытается на мейн забежать. Нужно ли Блай всех роучи отдавать? Сдается мне, что не нужно. Блай всех роучи отдавать, Блай мутки напилил и дронов напилил, да, и по мутке вообще близкая ситуация сейчас будет. У Блая добыча причем осталась здесь. Блай продолжает шатать роучи и рабочих на базе третьей. Здесь надо газа восстановить добычу, Блай срочно восстанавливает добычу газа. Так, все, по 3 дрона везде, муткой Блай тут убивает оверов Нерча.
80-90. По лимиту Блай на муту Нерча не налетай. Ну тут же больше. Ну что за ошибки-то бредовые? Ну ё-моё. Ну под королевами подерись ты, Блай. Ну 9-12. А, королев-то не осталось, ё-моё. А где королева-то, Блай? Рабочих уводить! Вот она первая приходит. Королева первая. Она единственная, по-моему, у Блая, оставшаяся в живых вообще после всех предыдущих боев Блая. Ну и Блай разваливается вполне успешно. Потому что, блядь, ошибка просто вот сюда вылетел, я извиняюсь. Да. Ошибка просто у Блая смешная сейчас была. И Роучи всех отдал, и Роучи забегание пропустил. Ну не, ну Нерч молодец, здесь ничего не скажешь. Чайура 3. Запилит премиума. Потом я еще штучки 2-3 куплю. Ну это минус Блай, надо третья игра нам будет. Блин, игра-то вот реально хорошо роучами забежал Блай. Но вот здесь вот рабочих погнал. Пошатал бы их, убежал бы роучами, муткой бы в центр глупо так не вылетал бы. Да даже ладно этими роучами, вот муткой-то как сюда вылетел. Пишет Блай. Проиграл все-таки. А мог втащить эту игру, безусловно. Но вообще Блай абсолютно на равных ни о чем играет. Вот. Раньше как-то буквально недавно Нерч мог этот... то есть Блай какими-то чудесами выигрывал. Сейчас же я смотрю даже как бы, ну, ровная игра абсолютно. Один на один, ребят. Третья решающая. Погнали. Спасибо, Юрий, за помощь в розыгрыше премиумов, ребят. С вас поддержкой, мне и моему каналу, естественно. Вот. Не забывайте про поддержку. Подписывайтесь на премиума. Сами тоже отблоки отключайте. Ну и по реквизитам в описании через плеер, конечно же, поддерживайте. Меня и мой канал, за все это я вам очень сильно благодарен. Блай обманывает Нерча, ё-моё. А Нерч не собирается обманываться. Нерч просто пул первый с мейна играет. Отобьется Блай вообще или нет?
Прикольно с циферками получается людям поугарать. Вот. Ну, сейчас я еще пару точно запилю премах, не волнуйтесь. Блай переводит дронов, у Нерча тут 4 линга строится. Делает смух, но он без Беллин Баста ходит. Блая королева пошла. Так, ну тут 4 линга. А, не, Беллинг Нест нерч строит. Будет и Беллинг Нест. Блин, облай рабочих строит. Ну чё за бред-то вообще? Нерч улынет, облай рабов строит. Похоже, Блай здесь уже не втащить, у меня такое ощущение складывается. Если Блай не строил рабочих, плюс у него базы по-стрёмному сейчас стоят, абсолютно по-стрёмному. Да, от Нерча выдвигаются. Линги еще вперед. Блай это видит. 6. Его 6 лингов не спасет. У Нерча 14 собак, 16 и 4 бейна морфится. У Блая ни бейнов, ни хрена нету. Мув тоже еще не готов. То есть, не, ну какие-то чудеса здесь могут произойти там с рабочими, с на муве, с собаками. Блай, пока бейлинги не взорвались, там может быть что-то получится у него сделать. Но я очень сильно прям в этом сомневаюсь. Потому что так, две плетки пошло. Да, здесь печаль, беда, ГГ, скорее всего, Блаю. Без Блая будем финал смотреть. .25-42, здесь еще линга Беллинги. Не прочитал Блай. Точнее, может быть, даже нерч Блая прочитал, я не знаю. Блай решил халявить в решающей игре, думая, что нерч будет как-то играть, я не знаю, халявно или как. А нерч просто сыграл в пуш и все. Так, здесь, оу, минус все линги Беллингом. Короче, катастрофа для Блая, ребят. 2-1 нерч втаскивает здесь, неприятно. Ну а что делать, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь здесь. Надо было вторую брать, что тут говорить еще. Гуру Кхаста выиграл Soul Reigner. Так. Сейчас, ребят, еще пару премиумов куплю.
Так, еще один премчик взял. Так, кажется, там Рейнер соло, причем шатает. Смотрел я там сейчас. Так, говорит Локи, что озвучка должна работать на премиум, ребята, и на поддержку сейчас уже. Как раз сейчас премиум парочку закуплю, и будет поддержка. И будем проверять. Димедралум поддержал ваш канал на сумму 3333 рубля и сообщает: Серега, спасибо за стримчанские. Расскажи, почему протосам делают апгрейд на броню до щитов? Ведь кажется, что нужно делать наоборот. Спасибо, Димедралум, ребят, ждем второго полуфинала мы. Охренеть, спасибо за поддержку, большое, братва, всем. Вот, спасибо тебе, очень приятно. 4 троечки. Вот, рассказать, почему делают броню. Ну, я уже неоднократно этот вопрос задавали. Вот, и я рассказывал. То есть, ситуаций много всяких разных бывает. Иногда делают броню, как бы, первой. Вот, просто всегда атака в приоритете стоит. Так как у протосов юниты, которые за атаку получают... Вот, смотрите, магикам за атаку дают один дэмэдж, то есть против него одна брони работает, ну, как бы, вровень. А есть юниты, которым дают больше одного дэмэджа, там, да, как бы, за атаку. Естественно, им выгодно... Им выгодно этот, делать атаку. Но у большинства юнитов, как бы, вот у кого? У сталкера только... У адепта и то на 10 хп больше, чем... Так, захожу в игру. Ну, архона больше полей, но в основном у всех юнитов как бы больше хп. У зелка 100 хп, 50 полей там. У адепта больше. У сталкера, да, полей больше, но ему выгоднее, тем более он блинкается. Вот. У колосса больше, там у имморталла больше хп. Дестабилизатора даже, наверное, больше. Я не помню там, сколько у него. Вот такие вот дела. То есть чисто из-за этого. Но бывают игры, где и поля делаются. Просто тут момент такой, как бы, своеобразный.
Плюс у многих юнитов как бы ХП уже имеет там армор какой-то сразу же, то есть поля нет, поэтому тоже еще выгода есть определенная. Спасибо всем, братва, ребят, за поддержку, особенно через плеер. Скорее, Лети, что ты там делаешь? Не надо там людей разводить. Либо разыгрывай премиумы, либо нафиг. Там слишком сложно все делать. Это делается лишь, чтобы люди посмотрели в премиум качестве и для поддержки меня в стрим-марафоне. Просто не для того, чтобы там поиздеваться над людьми. Короче. Так, еще пару премиумов Юрцу зарядил. Спасибо ему большое. Еще раз спасибо Димедролам. Все, озвучка работает, ребят. Кому хочется поддержать, поддерживайте. На премиум подписывайтесь. Аланч активировал премиум на ваш канал. Опять простуда. Опять простуда, ребят. Спасибо, кейчик тебе большое. Спасибо всем. С разбивкой на части и собрать часть. Да я и так знаю, у кого ХП, что у юнитов в основном ХП больше у протусовских, чем полей. Вот в этом и суть вся, как бы. Плюс дело привычки есть. Но не всегда там такая тема, на самом деле, что вот так вот, как бы. Спасибо еще раз всем, ребят, за поддержку. Гуру против Рейнера, то есть нас два ЗВЗ сейчас ожидает. Ну а что делать? Зато у самого высокого уровня ЗВЗ и за молодого Рейнера можно поболеть. После мы посмотрим финал Diamond Cup, который я обещал Фрешу постримить. Не знаю, Diamond Cup это получается там из Алмаза игроки. Ну а что будет интересно? Так, кстати, мама скоро должна приехать с чаликом. Так, ребят, пошел Roach War and Evolution. Это у Рейнера. Здесь, опа, здесь очень-очень ранний лейер у Гуру. Очень прям ранний лейер. Но будет это Roach War или это будет... Ну, стеночка, да, в стеночке Roach War или это выход в шпиль будет, я имел в виду, непонятно пока. Рейнер прячет лингов, он масит сейчас их просто в громадных количествах. Сможет ли он прогрызть Гуру, я не знаю.
Если сможет, я думаю, Гуру может бомбануть не слабо на самом деле. Очень не слабо. Выдвигается Рейнер вперед. Не понял я вообще, видел ли Гуру то, что Рейнер вперед выдвигается. Чуть-то Рейнер сам себя перехитрил. Нет, чтобы здесь оббегать бы, все бы нормально было. Да, стенка здесь пилена, дворовича заказана. Ну, что поделать, видите, ЗВЗ. Играйте, побеждайте на GoFSK, блин, получайте сотик евро, блин. Да, ЗВЗ не будет, заходит Рейнер сейчас с лингами внутрь уже. А почему в рабов-то? Погрыз бы Роуч Ворон, если хотел, чтобы Роучи не было. Так, королева падает номер один, королева падает номер два, и Роуч Ворон падает. Ну, грудлинги поперли, при этом всем Рейнер что? Рейнер не собирается доулынивать, я не вижу. У него роучи строит. Он собирается доулынивать, но не лингами, ребят. Я понял, Фрэш. Но не суть вопроса, какие игроки. Мы постримим финал в любом случае. Ведь люди не всегда хотят видеть... не, ну Бьяна, я думаю, люди всегда хотят видеть, как он играет. Но не могут все играть, как Бьян. И иногда хочется посмотреть... тех, кого самому можно победить просто. И пацанам в скайпе, ой, в скайпе, в чатике интересно, да и мне самому тоже. Так что тут дело такое. Чё-то Юра там замышлил с премиумами такое жесткое. Спасибо Стеновому за предоставленных денег на 5 премов. Заходит Рейнер, ребят! Ё-моё, как лингов сейчас зафаерболил. Хорошо, реводжером у нас Гуру. Несколько штук. Но все-таки протискивается Рейнер между стеночкой сюда. Не надо трогать Эволюшн. Брудлинги ж выпрыгнут, ё-моё. А они нафиг не. Вот они выпрыгнули. Они бешеные, ё-моё. Трех лингов уже сгрызли. Своей кусовкой брудлинговской. Здесь плетки у Гуру, но 59-51, если Рейна, если Гуру здесь отбивается, ничего хорошего Рейнера дальше не ждет, тут лейер есть. Хотя там третья хатка делается, а Гуру-то медленно, но верно отбился сейчас, что самое интересное. Под фокус у Рейнера тут рабочего еще. Отошел назад собачками. Собачек уводит так, чтобы забежать, если это будет необходимо еще один раз. Кстати, вот здесь вот с этого направления овера не было, например. А что у нас Гуру? У Гуру есть лейер, у Гуру заказывает муф роучем. И очень повезло Рейнеру, что у Гуру нету плюс один на роучи, на самом деле. Но Рейнер не спешит с лейером, он понимает, что ему сейчас лучше, так как у него третья хата будет, ему лучше здесь от обороны сыграть и иметь достаточно роучей. Привет, Коу. Да, что-то сегодня зерги всех повалили. Стрэндж, к сожалению, одолел Нерча. Блай тоже не одолел Нерча. Вот хитро. На три части премию разбить. А, то есть они в любом порядке могут быть. А сколько это получается комбинаций? Это реально много же комбинаций. Или немного? Ты можешь стеновой сам, на самом деле. У тебя киви есть, ты знаешь, как теперь покупать, если есть желание, можешь людям поразыгрывать. Прикольно поделать людям в чатике. Не, я никого не разношу никогда. Обычно, если играют игроки фреш, так я стараюсь что-то на ошибки указать. Вот когда играют жестики, которые лучше меня играют, тогда я люблю что-то поорать. Поболеть. Ну, потому что ошибки-то понятны мне и так. Просто сейчас нет возможности трениться как бы жестко.
Так, у нас... У нас плюс 2 у Рейнера, Муфроу, чем делается? Затище. Гуру тоже, в принципе, ожил по чуть-чуть. Третью пытается раскачать. Ну, по рабам Рейнер в плюсе в небольшом сейчас. По грейдам плюс 2 на плюс 1 тоже это, на самом деле, преимущество. То есть 72 уже 138. Ну, кстати, Рейнер нерч, если финал будет, это будет прикольно, потому что Рейнер молодой, школьник фактически. Нерч уже не такой молодой, но опытный пацан. Но у нерча может. У нерча последнее время что-то он уровнем подупал. И после Близкона у него подбамбливает маленечко. Если его пробреет Рейнер, я думаю, можем мы ожидать небольшого взрыва такого. А, ты без телефона, ну понял. Без поддержки. Так завтра же матч Зерк против меня. Как ты будешь челлендж свой выполнять? Да ничего страшного, скажи, чтоб не боялись, Фреш, чё. На самом деле будет вот записан, как бы смогут отдельно посмотреть. Единственное, что там же нужно задержку выставить. Я думаю, что я не буду делать стоп-старт просто после гоф ОСК и одним водом это, если запилить, все нормально будет. Или вам тебе там все равно или не все равно. Будет гоф ОСК плюс финал. Потому что если делать стоп-старт, это 2 минуты, как бы потом опять задержка, люди разбегутся. Я не хочу, если честно, делать так. Ну, либо тогда делать стоп-старт и без задержки ставить, я не знаю, как бы. Тогда будет отдельно чисто финал записан. Ну что, третью хату сбрил сейчас Гуру Рейнер. У Гуру армор пошел, у Гуру, точнее, вторая атака, когда делается, у Рейнера армор уже попер. Рейнер ведет, как бы Гуру пытается заползалки сейчас делать, но еще-то Рейнер готов. Почему Рейнер сам не пользуется, не делает такого ничего. Сплетанул сразу юнитов, он спорки по периметру. Молодец, понимает все, что может ему угрожать на данном этапе и контрит это. Артур это Арктур. Неплохие фаерболы. Тут пытается Рейнер развести сейчас Гуру с двух направлений. Кстати, у него успешно может это получиться. Хотя Гуру тоже на две части юнитов поделил. У него здесь еще две плетки есть. Гуру уже Люркерден пошел. Люркерден это, конечно, хороший момент. Но надо газ здесь добывать. Люра газа стоит, а на четвертый. Стационарная оборона напилил плёточек. Чё-то, короче, с премиумом на три части туго. Проще цифры запилить. Как Юра делал, её просто очень можно активировать. Так, минус овер. Гуру выдвигается вперед. Не надо задержки, не надо стесняться. Ну давай, короче, ну без задержки тогда. Что и говорить. Мой матч ориентировочно 18:00 будет. С Зергом.
Короче, что-то Гуру так плотненько насел на оппонента своего Рейнера. Реводжеров у него в разы больше, и реводжеры сейчас абсолютно зарешали. Смотрите, Гуру-то переворачивает здесь все с ног на голову вообще. Еще тут Рейнеру до победы, это очень далеко. Причем он что-то настроил сейчас роучи одних, а в Леру кто будет добавлять? Причем роучи столько, что пришлось убить, чтоб Леру запили. Вот. Ну, блин, школьник. Палкой по рукам, указкой. Настроил роучи, а Леру не на что впилить, своих убил. Ты что творишь-то, ё-моё? Денег много, что ли? Минералов лишних много, походу, да? Так, минус роучи. Последний ключ. Сейчас я посмотрю в корзине, может я как-то криво скопировал, я не знаю. Наши войска атакованы. Так, налом сверху. Есть у Рейнера люра, а у Гуру есть люра вообще? У Гуру один люркер, у Рейнера 5, поэтому Рейнер сбривает Гуру верхнюю базу, но Гуру сам идет к Рейнеру, сбривает тоже одну из баз ему. В итоге остаются при равном количестве, но здесь базы нет вообще. Си активировал премиум на ваш канал. Кто будет стримить зерга матч, я буду стримить, конечно. И зерг будет стримить, естественно. Так, здесь копается люра. Отступаю, сейчас я ключи, погодите, найду. Так, скинул тебе ключи оба. Можешь их скинуть в чатик, разыграть просто. И все. Так, здесь реводжеры оверсиры притягиваются. Есть люра. Мамка деньги дает. Походу, да. Так. Развитие завершено. Так, вошли вперед, но если ключ не активируется, возможно, какой-то из премиумов на другой канал уже кто-то активировал. Нахрен не надо такие сложные конкурсы пилить. Надо просто их скидывать и все, чтобы люди здесь успевали активировать. А не где-то еще. Так, 3-3 у Рейнера. Как-то затянулось это прям за ВЗ жестко, я вам скажу. Роучи туда-сюда бегают, начался бой, опять пришел гуру к Рейнеру в гости. Здесь Рейнер опять идет вперед с Улюрой, пытается зайти. Егор 189 активировал премиум на ваш канал.
Ну, хотел фаерболами вайперов сейчас гуру сбрить, не сбрил. Рейнер отступает, но у Рейнера сейчас 3-3 в 2-2 гуру будет. Это вот преимущество такое, причем серьезное. Спасибо, Егор. Второй тоже можете разыграть там. Здесь хорошо, кстати, за окопкой пользуется Рейнер. Гармидон активировал премиум на ваш канал. Так, кидаю еще один, не знаю. Работа не 180, но 102 просрал сейчас просто гуру. Всю сейчас движуху свою. Забегает ручек. Хорошо тут гуру. Копался, выкопался. ГГ пишет гуру. 1-0 Рейнер. Что, ждем врыва. Ну что, ждем следующей игры. Сейчас я попробую разобраться, что да как там, может быть. Еще времечков возьму. Сейчас посмотрю, мне за инет надо платить как раз примерно в этих числах. Да, 18 числа уже надо пилить. Ну что, Рейнер Гуру, вторую игру захожу. Так, что-то случилось. Кто-то, наверное, не успел ворваться.
Так, вот запрыгиваю через Сильвана, он же Наруто. Так, Ри потерь дропает. Короче, это дичь вообще. Первый раз сделали, в итоге такая хрень попёрла. Да что ты будешь делать? Против играть без задержки, ну отлично. Так, все, Рип покидает, мы продолжаем смотреть. Рейнер против Гуру, Рейнер 1-0 ведет, погнали. Ну а я вас всех приветствую и благодарю за поддержку меня и моего канала. Не забывайте, что это необходимо. Подписывайтесь на премиум, отключайте отзвуки. По реквизиту писания через плеер поддерживайте. Я на секундочку вот так тут дверь закрою, чтобы не отбегать потом во время игры. Разгар игры. Клауд, да, был такой тиран Клауд интересный. Итальянский. Блядь, ты же по-русски писал. Недавно говорил, что будешь начинать. Что опять за хренотень пошла? Ну что, Гуру Рейнер. Как лучше? Да я не знаю, слушай, как лучше. Давай стоп-стар сделаю без задержки, вернусь. Пусть так будет, ну, потому что отдельно будет видео финала, как бы, без гуфу войска. Это лучше вам будет, и все, как бы.
Если они друг другу доверяют, что тогда можно без задержки стрельнуть. Так, у Гуру 16 лингов строится. И у Рейнера тоже маслинги строятся. Примерно один... Агент 72 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, агент 72. Сегодня день премиума. Спасибо всем, ребят, за премиум, за поддержку. Очень-очень приятно. Не забывайте, что это важно. Ой, как сейчас Рейнер Гуру развел жестко. Как у него линги бомбанули сейчас. Здесь есть два бейлинга. Смещается Рейнер на вторую базу. Пару бейнов делает. На халяву забирает королеву. У Гуру бомбить просто по всем направлениям сейчас. Так, бейлинга еще одного развел. Плюс два сейчас доделается. Причем у Рейнера все новые и новые линги, я должен заметить, сюда идут. В этот раз Гуру успевает увернуться нормально от взрыва Бэйна. Нужно отступить немножечко. У Гуру самого откуда там Бейлинг сзади приходит. Так, неплохо. Рейнер тут тоже развел. Не за что, агент 72. Это пацанам спасибо, это не я уже там. Вот, помните, что конкурс в ноябре идет стримеров, чтобы в топ-3 попасть. Нужна ваша поддержка очень сильно. Королева падает. .24-33 по рабам, кажется, Рейнер развел. Гуру, ЗВЗ, у Гуру бомбит, бомбит у Гуру, но он больше, кроме как ЗВЗ, ничего не пишет. И сейчас другим полякам, у которого тоже взрывной такой, в общем-то, пятая точка взрывная будет биться Рейнер. Это нерчо у нас, ждем финала, ребятки. Ждем финала. Я даже переименую, пожалуй... Ждем финал, ребят. Ждем финал. Так, вот ссылочку на сетку. Да я-то подумал, блин, просто опять что-то задержка, кстати. Нужно финал сейчас нам посмотреть будет за ВЗ. То есть откладывается опять немножечко. Я не знаю, пацанов сегодня динамим просто с тобой.
Вот. Говорю, сыграли бы они по репкам, просто постримил бы и все. Жду инвайта, ребят. Так, Twitch я переименовал вообще. Не Лдорет Хинф. Это был турнир по новому патчу от BSL. Шоу-турнир фактически. Вот. И вот там-то они и бились, соответственно. Так, надо бы мне... Короче, ждем копчерка. От водички сейчас налью. А то у меня витаминка тут надо съесть. Так, все здесь. Извините, что бегаю, но стрим уже давненько идет. Приблизительно со скольки он идет-то? С 11 с чем-то там, без 12. С 12 часу начал.
Так, Юр, что за вопросы? Я вообще отвлекся, смотрю не туда. Читаю, что там будет дальше. Смотрю всякие сетки. Сегодня у нас больше ничего не будет. Завтра GSL, завтра, соответственно, в 13.00, завтра в 18.00 ориентировочно буду с Зергом играть матч. Так, прошу заинвайтить. Где Наруто-то у нас там? Я не вижу. А вот, вижу. Наруто, заинвачиваюсь сам. Хорошо, что он здесь есть. Так, ребят, БУ-5 ЗВЗ, поехали, Нерч против Рейнера. Так, кто убьет дрона, мародер или Марик? Ща, ребят, погодите, я с Види тут разберусь на секундочку.
Все, ребят, извините, попытался видео перезапустить, может быть, пойдет он. Здесь у нас следующее происходит. Неч пытается напрягать Рейнера. Рейнер делает глухую стенку сейчас. Рейнер пытается прогрызть камни, обманывая Нерча сейчас. Кстати говоря, смотрите. То есть у Нерча вообще дроны строятся, а Рейнер сейчас прогрызет камни и будет врыв, естественно. Может, королева единственная помочь надо было бы. Но хитрый Нерча бегает сейчас камням, он хочет спалить, не грызет ли Рейнер камни, а Рейнер-то камни грызет, Нерч это понял сейчас и просто пошел отбиваться. Причем Рейнер спалил то, что Нерч понял, и Рейнер уже на пофиг бежит с другой стороны просто. Ну что же. Так, прогрызается Evolution. Кстати, хорошая атака получилась. То есть, хоть Нерч в итоге-то и понял, прознал он, догадался, что Рейнер собирается сделать. Но Рейнеру достаточно абсолютно лингов, по-моему, чтобы Нерчу крит-демедж нанести. Посмотрите на лимиты. По лимиту уже катастрофа у Нерчо. Беллинг Нест... Погодите, а был же Беллинг Нест или нет? Не ошибаюсь. Нет, не было у Нерча Беллинг Неста. Вот отсутствие-то Беллинг Неста в итоге и подрешало. Без Беллингов здесь не отбиться. Так, Юр, вопросы... Спасибо Стеновому гигантское за премиумы, конечно. Вопросы, они как бы... Какие угодно там придумаю. Главное, что интересно будет. Не обязательно по Старкрафту. Можно по истории там нашей страны, там, я не знаю. Какие-нибудь даты, я не знаю, там, по... По каким-нибудь войнам, там, я не знаю. Можно еще что-нибудь. Главное, чтобы сам ответ ты знал. По авиации, там, ну, по авиации. Это мне надо, наверное... Так, ждем вторую игру. Хорошо, не Рейнер играет что-то. Смотрите-ка. Так, извините, если Twitch там падает, кого, секундочку. Так, секунду, ребят.
Так, все, я здесь, ребят. 30 премиумов. Ни хрена ты там замахнулся. Спасибо тебе большое. Вот. Но мне, может быть, некогда вопросы будет придумывать. Я их буду на ходу придумывать про авиацию. Все, ребят, Чарлик приехал, на секунду отвлекся. Все, поехали, ребят. Рейнар против Нерча играет. Один ноль Рейнер повел в прошлой игре. Сгрыз. Кстати, сгрызали эти у Рейнера прям как-то вот очень хорошо получается. Вот. Тут Нерч третью хату ставит, не Рейнер видит это прекрасно. Все, у Рейнера на два дрона больше тем временем. Мув практически одновременно, сам Рейнер ставит третью, а здесь 4 линга есть у Нерча, но 4. Хорошо, что рядом был Рейнер со своими лингами, иначе хату он мог бы просто потерять здесь тупую. Но, блин, что он боится-то, криво дерется, Нерч на халяву здесь лингами, давайте все сгрызет нахрен, что ли? Нет, Нерч ни хрена здесь не сгрызет, Рейнер принял бой. Кстати, можно этого линга схавать. Куда он вперед ломится? Не, ну, Трейнер местами их не меняет. В это время тут что-то бейлинги пытаются. Хорошо, бейны зашли. И бейлинга Нерчевского взорвало несколько лингов Рейнер сейчас. Но по лимиту Рейнера меньше, чем Нерча. Рейнер делает подпуш. Бейлинг-бас сейчас небольшой против Нерча. Он хочет отменить ему третью хатку, насколько я понимаю. Так, на халяву бейлинга умудрился сейчас уничтожить Нерчу. Где ж Нерч тупит? Так, а здесь, кстати, смотрите, как Рейнер врывается хорошо, ё-моё. Нерч сплетит дронов, пытается сплетануть. Так, личинок взрывает сейчас Рейнер. Ну, личинок это хорошо, но надо взрывать боевой лимит бы тоже. Так, королеву Рейнер отбревает, 45-46 по лимиту. Так, Нерч много подстраивает. Подстраивает сейчас собак, плетку достроилась, не удалось взорвать. Короче, рабов у Нерча по итогу больше, и всего у Нерча по итогу больше. Но Рейнер еще не остановился, он продолжает пушить. Арс 8, не знаю, слушай, порвет ли Рейнер Нерча, но как ты видишь, играет Рейнер очень даже неплохо. В плане контроля и вообще во всех направлениях. И вообще он 0-1-0 уже ведет, как вы все поняли, я думаю, прекрасно. Так, здесь попытка что-то сделать, но против бейнов что ты голыми лингами сделаешь. Так, здесь контрзабегание от Нерча поперли, а вот это уже совсем Рейнеру неприятно. Потому что забегание-то хорошее очень. Одним бейлингом тяжело исконтрить это все дело. Оп, хорошо, бейлинг зашел. Возвернулся Рейнер назад, вроде отбился, но по рабам уже опять проседает. И опять Нерч делает забегание, и опять оно в тему абсолютно. Здесь, правда, бейлинг есть, навстречу выходит, но хитрый Нерч видел бейлинга вот этим овером. И, естественно, законтрил его врыв. Так, здесь линги забегают, тут тоже линги от Рейнера. Ой, они все взорвались, какая у него пачка гигантская была, а сколько мало осталось, да, ребят? Трансюзится дроны здесь у Рейнера. Еще, конечно, не поражение пока для него, но ситуация не очень приятная. Хотя здесь смотрите, как нагрыз третью хату, во-первых. Во-вторых, рабочих сгрызает на халяву. И здесь Рейнер отбивается. И по рабам-то там дикого какого-то преимущества нету сейчас. Так, хорошо, на одного линга бейлинга развел сейчас Рейнер. Блин, бежит вперед, Нерч его подлавливает бейнами. Здесь еще один бейлинг был, но вот вместо...
Алекс Мерч 45. Скадывай ТВ, ты если зайдешь, напиши адрес, скадывай ТВ, зайди, и ты сам все увидишь. Зачем мне вопросы задавать? Вот. Как ни печально, ну да, скадывай ТВ гуфанулся. Прорываются линги на мейн. Нельч пытается давить. Здесь Беллинг прям в рабочих. Линги его принимают. Еле-еле Рейнер отбивается. Но там уже Роучи вовсю пилятся у Нерча. Они двигаются все вперед. То есть Нерч видит тайминг шпиля прекрасно. И уже я думаю, что с такими лимитами навряд ли Рейнер успеет подстроиться под этих Роучи. Потому что шпиль это хорошо, но мутки всего 5 штук будет. И там лингов 22 в дотекании. Ой, это провал вообще. Тут 2Б, да, так, 2Б линга пилится. Ладно, плетки хотя бы штучки 3 было бы. Ну, так она здесь одна, и еще и то недоделанная. Скорее всего, это 1-1, ребята. Еще и плетка мешает своим лингам Роучи окружать. Да, это 1-1. Нерч великолепно здесь контролит. Линги налетают. Катастрофа. Здесь Роуч выжил там чудом на 2 хп просто. Не просто выжил, а бьется со всеми вместе. ГГ пишет Рейнер 1-1 Нерчо. Сравнивает счет. Ждем следующую. Так, 3-2 в пользу Нерча. Ну, давайте свои ванговательные скиллы оставить его на потом. Вот, а пока мы посмотрим просто происходящее здесь. И порадуемся немножечко. За хороший StarCraft. Рейнер очень хорошо играет. Молодец, итальянцы поддерживают его до конца. Он бьется. Это очень круто.
Так, интересное тут забегание со стороны Рейнера идет. Через 12 часов вообще очень прям далеко он убегает, я вам скажу. Может быть, будет Беллинг Нест? Не, не будет Беллинг Неста. Вообще даже газа нету. Рейнер снял, даже вот этот-то хоть сдал бы, ё-моё. Просрал 4 газа сейчас дроном. Ну, ничего страшного. Это не жесткая какая тема. Здесь как-то прям по самому краю Рейнера бегает. Нерч уже вперед бежит. То есть Рейнеру нечем встретить Нерча. Так, вот Рейнер принимает дрона Нерчевского. Сам хатку запиливает. Но лучше-то дрона отвести, чем хату сейчас отменять Рейнеру придется. Ему придется, скорее всего, отменять. 4 линга нормально ДПС имеет, чтобы эту хату забрить. Пытается дрона Рейнер сбить. Одного сбрил. Второго пытается сбить. Второго не сбил. Хату отменять, конечно. Посмотрите, потеряно 75, а здесь даже... Ну, хотя здесь, да, здесь на плетке отмене потерял. Время потерял Нерч и дрона потерял. Ну, вровень примерно и вышло в итоге. И хата-то не... Почему вровень вышло? Хата-то нету в итоге ни у Рейнера, ни у Нерча. Вот в чем прикол. Больно тут Бэйн бомбанул очень-таки. Так, ну тут попытался Нерч окружить Рейнера, часть юнитов окружил. Тут уже роучи, причем приличное такое количество штучек, 6, да, 6 и 2, 8 будет. Четвертой базы пока нету, так, а у Нерча-то третья хата доделалась почти. Я чуть не понимаю, чего ждет Рейнера, почему он не двигается вперед, ведь на этой карте, если дождаться... что у оппонента будет роучи какое-то количество, просто Нерч станет здесь вот, и даже если у тебя больше, они нормально выйти не смогут просто. Вот в чем прикол. Рокио, если ты угадаешь, тогда тебе прем. Любые капризы, как говорится, за ваши средства. Изи просто. Так, Нерч заходит, третью пытается отменить оппоненту. Ну все, роучи Нерч построил, в итоге у Рейнера меньше рабочих. Рейнер пытается зайти лингами, не прикрывает Рейнер своих роучи, а у Нерча линги-то выходят. Ой, катастрофа для Рейнера здесь. Лингов нерчевских сбрил, надо отступать назад. Тут еще роучи, правда, подходит, еще много-много лингов подходит сюда. Но у Нерча-то Беллинги будет сейчас, вот в чем провал заключается для Рейн. Два роуча сразу падает, у них хп как-то маловато было. Бейны здесь есть, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Провал здесь для Рейнера, конечно, как-то он... Он агрессивничает слишком с Нерчом, мое мнение, как бы. То есть с Нерчом нельзя так много игр играть в агрессию. Но одну он проиграл, а следующую он уже подстраивается. Нерч это тот игрок, который очень-очень быстро подстраивается под оппонента. Он очень чёток в этом плане с его уровнем игры еще. Забегает Нерч сюда, 55-78. Здесь роучи линги приходят от Нерча. Накидываются на роучи Рейнера уже. Лингов больше, роучи больше, да всего здесь. У Нерча больше, здесь право контр забегания от Рейнера, но Беллинги хорошо взрывают. Еще лучше они правда, могли взорвать рабов, но и так хорошо взрывают. ГГ пишет Рейнер. 2-1 Нерчу повел.
2-1 нерч повел. Так, ребят, четвертая игра. Так, Фиерер. Я вообще не, ну, на такие вопросы тупые как бы не отвечаю никогда. Еще раз говорю. Не интересен в данный момент StarCraft. StarCraft'илов было много всегда. Это вопрос для детей какой-то. А я взрослый человек уже. Когда-то я сам болел. Первым был Упсрич, как бы, ну, мы увидели его вот с моим корешем. Просто у него там АПМ был. Я всегда, ну, фанатом был в том время его. Потом другие протсы приходили. А сейчас мне и не важно, протсы, не протсы, игроки. Ну, то есть, сегодня один тащит, завтра второй просто. Понимаешь, что никто не вечен. Никого скилл не вечен, никто не может быть топ-1, потому что никто... Не, ну, всякое может быть, конечно. Утверждать не буду на 100%, но вообще как бы и люди не вечны. Так что вот так вот. Короче, хорош философствовать. Рейнер против Нерча бьется... У Нерча раньше мув, и у Нерча... А, вот, Нерч играет на этой карте абсолютно точно так же, как он играл против Блая. Но у Блая была вторая вот здесь, вот, что было неудобно для обороны. И, ну, кстати, сейчас я хочу ваше внимание обратить на то, что... Вот ситуация точно такая же здесь была. То есть сейчас мог начать ставить третью у нас Рейнера, Нерч мог продавить, но Нерч передумал баленбастить почему-то. То есть у него лингов-то немного здесь реально. Так, пошла спорка. Спасает дрона сейчас с Рейнера одного. Через несколько секунд будет мув, и Рейнер третью хат ставит. Так, привет, Рокио. Еще раз. Игрок Fusion Ronda из Екатеринбурга. Нет, Ronda был не из Екатеринбурга, а с Краснодара. Из Краснодара, во-первых. Ну, точно из Краснодарского края, а, по-моему, из Краснодара даже. Вот. И недавно заходил, я забыл, как никнейм человека, и передавал мне как раз от Ronda привет. А Ronda руководит какой-то гильдией World of Warcraft, и там, короче, грязь зашибает бы в лицо. Сказал он так, а человек из той гильдии был. Ой, как больно Рейнеру сейчас стало, ребят, пока я про Ronda рассказывал. Всеми лингами напоролся на Беллинга Нерча, взорвалось все к чертям вообще собачьим. По лимиту проседает сразу, но здесь, тем не менее, третья хата. Если Рейнер будет держаться дома, то все нормально еще может... А, у Рейнера еще Роуч Уоррен, погодите. Несмотря на этот взрыв жесткий, у Рейнера нормально все еще абсолютно. Так.
Короче, ребят, продолжается движня. Пытается нечто напрягать, но Рейнер нормально себя чувствует. Рейнер отбился, сейчас и по рабам он в плюс выйдет, и это факт. Правда, человек спрашивает просто, типа, про английские стримы, буду ли я по-английски кастить, как бы, а я, ну, не буду кастить, естественно, по-английски, скинул ему ссылку на Team Liquid, а сейчас сам смотрю, там английских-то стримов нет вообще, там немецкий есть, Наруто, французский, Викинг, а, ну вот Викинг ТВ, наверное, там по-английски кастит, короче, не знаю. Ребят, Нерс вперед выдвигает, сейчас минус-оверы будут Рейнеру, вот один первый минус. .98-83 по лимиту в пользу, между прочим, Рейнера сейчас промахивается. Нерч сейчас по оверу. Рейнеру будто видно же, что ходит фаерболи Треведжер. Увидит и оверов нафиг. Что они там увидят, кроме фаерболов последних в своей жизни? Шпиль делается у Нерча. Кстати говоря, тайминг шпиля хороший. А у Рейнера что? У Рейнера 2 газа добавляется шпиля, у Рейнера нету, между прочим. Он ставит плетку сейчас на всякий случай. Причем тайминг мува роучи у Рейнера слабенький. То есть он не сможет выйти до готовности спа. А вот, не, но если он без мува пойдет туда, но очень редко кто без мува вообще выходит в современном Старкрафте. Но вот сейчас у Рейнера хороший тайминг рыбы будет. То есть Нерч не успевает мутку построить. По крайней мере, этим выходом можно даже не идти наламываться, но можно заставить Нерча заказаться. Да, вот он 10 роучи оставил. Рейнер сразу разворачивается назад. Пытается отступить. Тут почти готов шпиль. А Нерч еще очень много назаказывал. Не знаю, Реводжеров бы, если бы Рейнер сейчас напилил бы побольше, мог бы и пофаерболить оверов в центре, например, походить. Тоже могло бы очень неплохо сработать. Так, 9 секунд. Да, мува роучим. Видит Рейнер, роучи, Реводжер. Там, фига, там 10 на 10 муталисков Нерч умудрился ресурсов найти. Это серьезно, это заказ сейчас. Все, мутка будет готова сейчас. Готова мутка, Рейнер сразу же отступает своими роучами. Оверов тоже можно было бы отвести. Принял лингов Нерчевский. Сейчас можно куда-нибудь лингами вот так вот отбежать. Или вот, хотя не, сюда нельзя, только через верх можно. Там проходы есть. Попытаться что-то сделать. Рейнер тоже свич мутку готовит, между прочим. Спорки пилятся, но готовы. Будут ли эти вовремя спорки-то готовы все? Так, лингов сныкал сейчас у нас Рейнер. Пошли муталиски. 5 пока только, а ресурсов-то еще на 12 целых есть. Где? Личинок нет. Supply блок. Ё-моё, нету лимита у Рейнера. Вот, наконец-то оверы доделся. Аж целых 12 муталисков он сразу впиливает сейчас. 13. Сколько у Нерча? У Нерча 12. Ну, тут тоже не разом вся мута выйдет. На третий спорку впилил, на второй спорку не впилил. Что за ошибки такие от Рейнера, я не вкурю. Ой, как линги криво забежали, все окружены, разгромлены, съедены просто. Рабочие падают, наконец-то вылетает мутка, но она не вся, за раз-то вылетает. Принимает Рейнер бой, мута терпит рейнеровская. Пытается Нерча прогнать, прогонит, конечно, и даже победит. Но Нерч еще 9 муталисков сейчас заказал. Хватит ли Рейнеру экономики, чтобы здесь нормально маститься? Здесь дронами устанавливается добыча газа на второй базе. С третьей все обратно, нахрен сюда 23 рабочих-то переводит Рейнер. Блин, ошибки такие смешные, блин. Так, мутку Нерча одну поймал, заметил. Нерч сверху оверов шатает, Рейнер чуть пытается гонять мутку Нерчевскую, но не может всю загнать. По муталискам 18 на 14, ну война мутки пошла сейчас. Война мутки это интересно, мобильно всегда, ну... Рейнер отстает, он заведомо как бы в более такой ситуации плохой начинал.
Так, ну тут мутка движуха идет, тренер пытается. Ой, сколько лингов от нерча. Мимо четвертой хаты пробегает, а роучи вообще кукуют где-то. Роучи здесь оборонять все должны. А роучи нет, он на второй отбился, Рейнер быстро достаточно. На третий нет, шатает очень жестко, хатку хочет забить. Забивает хатку, кстати, по мути почти сравнялись, но у Рейнера не делается армор мути, и не делается атака, и не делается ничего. А у нерча делается, блин, армор, который еще очень-очень сильно лишает против сплэша муталистов, против их глейвов так называемых. Потому что у них только первые там много наносит дэмэджа, остальные мало, и армор их всех все три атаки обрезает. Так, фаерболы от нерча, нерч туда, Рейнер туда-сюда муталисков воет. Фаерболы падают, не понимаю по мути ситуацию, нерча больше и по мути, и по земле Рейнер справляется, и прирост мутки выходит здесь недалеко, но хоть одну бы королеву, которая дэмэджем бы ковыряла, помогала. И вроде как удачно до армора нерчевского начал драться, но, блин, в итоге сливается Рейнер здесь, до заказ мутки его не спасет, потому что нерча больше до заказанного, у нерча будет армор сейчас. А, ну тут четвертое давным уже добывается. Конечно, масс мутки больше, чем у нерча, благодаря четвертой хате, чем у Рейнера. 3-1 нерчу, ребят. Ну, Рейнер молодец, второе место, 50 евро. Тоже неплохо. Все-таки оппоненту сильному проиграл, да и победил многих Рейнер уже сегодня. По муталискам 25 на 6. О, куда там 25 на 6 уже по муталискам. Можно и спорку забрать в легкую. А, пытается в гидру выйти Рейнер. Не, в гидру не выйти, потому что спорка падает. Падает третья база полностью. Падает мутка, гидра приходит. Но гидры слишком мало в данный момент еще. ГГ 3-1 нерчо. Уверенная победа с его стороны. Ну, что тут Так, ребят, стоп-старт делаю без задержки. Возвращаюсь. Финал Diamond Cup сейчас будет. Бой 7. Ждите.